Ак серке. Мясной бульон, смешанный с кисломолочными продуктами, такие как сюзьме, кымыс или айран. Ак серке подают в теплом виде после бешбармака. Он утоляет жажду, способствует усваиванию организмом жирной пищи. Примеры. Ак серке джилу берилючу салту сусундук. Ак серке – традиционный напиток, который подается в теплом виде. Ак серке шорпого сюзьме кымыз дже айран кошуп джасалат. Ак серке готовят из бульона с добавлением сюзьме, кымыз или айран.